друзья, автомобиль Renault Duster. Мы в яме под передней частью машины. Значит, проблема такая, что при резком старте либо в горку рычит, ревет машина. Значит, вот здесь есть такая запчасть, называется рыбка. И вот это подушка задняя опорная двигателя. И вот если мы ее двигаем, видно, что она, скорее всего, вышла из строя. Значит, запчасть такую я приобрел. Сейчас будем снимать защиту. Вот, видите, потрескалась резина. В общем, снимаем защиту, сейчас все покажу. Резина вся порвана. Внешне, но все равно. Ну, вот как-то так. Вроде достаточно. Здесь у нас большая трещотка 21. Вот то, что надо. Вынимаем опору, и что же мы видим? QZ 08051. Сравниваем. Ну, видно, что они одинаковые. В принципе, даже не о чем говорить. Две одинаковые штуки. Здесь, правда, дырки в оригинале, а у этой залито все резиной. Смотрим обратную сторону. Ну, то же самое. Здесь какой-то болт есть у него. А на вот этом нет ничего такого. Второй болт тоже самое. Смазываем. О чем говорилось, надо немного его двигать. Так, берем что-нибудь и сам двигатель надо подвинуть. Ну, вроде бы как идет. Стружка не лети, значит, резьбу не пей. Ну вот, друзья, все. Значит, сейчас опять-таки
Без защиты проехаться надо, посмотреть, попробовать. Вылечилось ли то, ради чего это делал. По-моему, вот эта рыбка, она какая-то просевшая. Говорят, что ее рвет из-за верхней опоры. Как раз, которая вот там вот стоит. Ну, в общем, давайте, друзья, буду дальше искать проблему и пробовать решить это рычание, блядь, на старте. Еще совсем недавно его не было нихера. А сейчас вот оно появилось, и оно, видите, только под нагрузкой. Без нагрузки его нет. Все, всем пока, друзья, до встречи.